Всем-всем большой привет! Последнее, наверное, видео из моих запасов. Это мои бальзамы для губ я покажу сегодня. И еще один ролик у меня очень запрашиваемый, но там уже не совсем запасы, там больше как коллекция получается. Это все мое кусковое мыло. Все знают, что у меня огромная коллекция кускового мыла. Благодаря моим подписчикам, девочкам, с которыми я дружу, которые мне пополняют мои запасы, когда присылают посылки. И благодаря этому моя коллекция очень стала интересной, разнообразной. И действительно, мыло есть ну, красивое, оригинальное и на которое приятно смотреть. Но об этом в следующий раз, наверное, в следующем ролике я решу сделать. А сегодня я покажу бальзамы для губ. Это очень-очень запрашиваемый ролик. Бальзамы у меня делятся на две группы. Первая группа – это то, чем я пользуюсь сейчас, то есть то, что у меня открыто и в разное время я использую. И вторая группа – это очень большая, вот такая вот корзинка. Это то, что у меня еще не открыто. Давайте по очереди, наверное, да? Я думаю, что сначала мы начнем с того, что у меня лежит в запасах. И кому интересно, те останутся и посмотрят, чем я пользуюсь сейчас. Сразу хочу начать с таких красивенных бочонков. Они все разного аромата. Это бочонки от Oriflame. Тут есть и роза, и клюква, и ваниль, по-моему, вишня, ну еще разные, точно уже сейчас все не вспомню. Но ароматы разные и очень-очень приятные. Ну и также вот два у меня есть еще вот таких открытых, вот столько бочонков, представляете? Но так они мне нравятся, у них большой срок годности на самом деле, но очень маленький расход, то есть даже на все сухие участки кожи, когда их наносишь, все равно расход очень медленный. Здесь в каждом 15 мл. Это все-все подарки, я не покупала эти бочонки, я их обожаю, конечно, но вот у меня столько их, представляете, в подарках, и один у меня открытый, которым я сейчас пользуюсь. Из таких оригинальных упаковок, которые кругленькие, у меня есть два еще бочонка, можно так сказать. Здесь еще больше объем, около 20, по-моему, миллилитров. Куда смотреть? Ну, неважно, в любом случае это очень большие. Первый Bon Appetit, вот такой симпатичный, тоже еще не открывала. Только сейчас сняла слюду, нарушила сроки. И вот этот еще Sugar Lips, вот так называется. Это Шерима Шери, кажется, да, фирма. И вот этот вот, он чисто белый. Я им начинала уже пользоваться, но мне не понравился аромат. Он пахнет вазелином с ментолом. И вот этот аромат ментола не очень приятен. Для меня, по крайней мере. Но сама баночка настолько милая и красивая, что ей приятно просто вот наслаждаются глаза, когда на нее смотришь. Из таких кругленьких баночек у меня есть еще вот такая симпатяга. 0,3, даже 15 мл. Это вот такое название, я не знаю, как оно правильно читается. Тоже только-только вот открыла. Будет он у меня стоять в использовании. Баночка большая, но на самом деле она не вся заполнена продуктом, а где-то до серединки. Она так немножко обманка. Это подарок. Открою, чтобы успеть до конца срока годности пользоваться, чтобы случайно не испортился продукт, потому что он очень приятный и вкусно пахнет, и по действию хороший. Есть у меня вот такая малышка-клубничка, она еще запечатанная. У меня недавно такая закончилась. Такие
в Литуале продаются бальзамчики. Они, во-первых, хорошо работают, во-вторых, очень красивые кексики такие смотрятся на полочке. У меня сейчас такой в использовании, только с ванильным ароматом. И ну, пока он не закончится, я этот открывать не буду, пока использую тот. Также коробочку, правда, я выкинула. Это от Avon. Это бальзамы, тоже смягчающие средства, вот похожие на эти бочонки. Но оно по своему действию менее приятное, скажем так. У меня с розой был, с ароматом розы. У него срок годности истек. Там чуть-чуть оставалось, но вот я в пустые баночки выкинула. И этот вот с ароматом персика. Тоже поставим в использование. Но когда есть вот эти бочонки от Oriflame, вот это средство как-то не больно хочется использовать. Мы используем его по назначению на сухие участки локти, коленки. Вот. Ну, вот в такие моменты. Дальше. Из оригинальных кругленьких, еще запечатанный. Пока жалко открывать. Хотела сразу открыть, но боюсь срок годности нарушить, потому что у меня уже был такой горький опыт, когда я EOS открыла и просрочила в итоге. Пока пускай закрытый постоит, надо чуть-чуть убавить свои запасы. Здесь 7 грамм и наверняка тут очень-очень приятный аромат. Вот так смотрится кругленькая упаковочка. Дальше. Из оригинальных упаковок есть вот такой бананчик. Он в форме, ну, по типу, идет с карабинчиком. Можно его как брелочек носить. Вот такой вот, как украшалочка. И очень симпатично смотрится. Я его отсюда достала, посмотрела, покрутила, повертела и обратно спрятала, потому что у него очень большой срок годности, и он пока может полежать и подождать. Дальше. Из круглых баночек есть еще вот такой бальзам для губ. Это подарок с ароматом малинки. Мятно-малиновый сорбет называется. Сейчас давайте достанем, я вам его покажу. Это от Фитокосметик. Его, кстати, я, наверное, отсюда достану, чтобы упаковочка мне не мешалась. Вот такая вот. Красивая упаковочка, классная, очень приятный бальзамчик. Ну, а, наверное, вот эту я уберу упаковку, чтобы место не занимало зазря. Ну и давайте покажу вот в таких уже упаковках. Это бальзамы для губ идут уже в стиках. Достаточно удобные упаковки для бальзамов, больше это стики, более удобные. От Нонике еще не использовала. Никогда, кстати, у меня такого не было. Этот ко мне приходил в коробочке красоты. Он вот такого симпатичного цвета и очень яркая позитивная упаковка. Так, ну давайте пока уберем. Сюда положим. Следующий бальзам от 100 рецептов красоты на основе 7 масел против основных признаков старения. Вот такой вот он симпатичный. Также есть гигиеническая помада «Ягодный микс». Их не все хвалят, потому что у них, как я поняла, слабые стики. Они могут ломаться. Дальше. Вот такая клубничка. Гигиеническая помада. У меня была такая с облепихой, с ароматом облепихи желтенькая. Они простые, но хорошего качества и работают хорошо, особенно в зимний период. Есть вот такая малышка от Нивеи с медом, молоко и мед. Вот такая вот. От Нивеи хорошие средства, мне они очень нравятся. Так, еще у меня в упаковке Baby Lips бальзам для губ. Очень я такой люблю. Он персиковый, небольшой оттенок дает. Но этот пока не открывала, потому что у меня есть открытый подобный бальзам от Nivea. Ну, я сейчас покажу в использовании он. Так, в коробочке
У меня есть от Астронавтик Фаберлик бальзам. Тут коробочка очень большая, но на самом деле бальзамчик не такой большой. Вот он. Наверное, мы его из коробочки сейчас вынем. Коробочка занимает много места. И от Тиандэ с ароматом винограда. От Тиандэ у меня был, только с ароматом яблока. Очень хороший бальзам. У него единственный минус — это упаковка хлипкая. Сейчас я вам покажу. Вот так она выглядит. Когда ее выкручиваете, она, в общем, при использовании, вот видите, она не фиксируется, заезжает обратно. Вот это вот очень неудобно. Так вот она фиксируется. Слышно, да? И тут вот она фиксируется полностью, когда откроете. Но вы же не будете наносить на губы так, а все остальное уезжает. То есть нужно открыть сколько надо и фиксировать уже пальцами, зажимать. Но аромат очень вкусный у него, и по действию хорошие вот эти бальзамчики. Мне они нравятся, потому что я яблочко использовала полностью. Ну, уверена, что это тоже полностью уйдет. От Фаберлик часть я уже подарила. Буду дарить еще. У меня остались вот такие 4 бальзамчика. А нет, это от Avon. 3 бальзамчика осталось от Фаберлик. Это малина и белый шоколад, солнечная облепиха и вишневый конфитюр. У меня в использовании еще есть парочка. Поэтому у меня слишком их много. Поэтому дарю. Эти тоже, скорее всего, уйдут, чтобы мне девочки, мои подружки, помогали использовать. От Avon у меня даже 3 бальзама. Все 3 от Ке. Вот этот аромат я очень люблю. Масло какао, бальзам для губ. И вот этот очень хороший в зиму. Тут пчелиное маточное молоко. У меня такой был как-то бальзам. Я его использовала полностью зимой. Он, конечно, жирненький. Такой вазелиновая у них основа. Но и работают они хорошо. Вот эти вот в стиках мне очень нравятся бальзамы для губ. Этот защитный, он небольшую пленочку дает, чтобы зимой тоже защищать кожу губ. Дальше давайте я вам покажу от Yves Rocher. У меня есть 1, 2, 3, 4. Да, 4 бальзама. 2 из них одинаковые. Первый — клюква, кажется, и миндаль. Вот такой. Очень я люблю с кокосиком аромат кокоса. И 2 бальзама одинаковые. Это апельсин и корица. Вот. Ну, скорее всего, апельсин и корица у меня пойдет первый в использовании, потому что их 2. Также есть в запасе от Oriflame вот такой вот бальзамчик. Симпатичный, прямо яркий. От Бархатных губок бальзам для губ. Я его купила, потому что ванильное. Ванильное мороженое, кажется, называется. Ну, прямо не могла я мимо пройти такого аромата. И тоже подарок. Это от доктора Пьера Рико. Мне прислала Оксаночка в подарок. Ну, у меня тут практически все в подарках. Вот. Он у меня тоже пока в упаковочке убранный. Все. Моя корзиночка с запасами для запасов пустая. И давайте я вам сейчас покажу, чем же я пользуюсь сейчас. Вернее, то, что у меня открыто на данный момент. Сейчас я немножко все сдвину. Вот так. И давайте смотреть. Сразу покажу вот бальзамчик, который в бочонок. Обалденный аромат, конечно. Он ванилькой пахнет. Видно его тут уже ближе к донышку мы приближаемся. Его просто можно сидеть, нюхать и получать удовольствие. Настолько он вкусно пахнет, классный. Пользуемся. Около, на моем столе, на тумбочке стоит вот такой интересный бальзамчик в форме шарика. Вот так вот он смотрится. Пользуюсь тоже с огромным удовольствием. Приятный, приятный нежный аромат. И тоже, мне кажется, пахнет вот ванилькой. Но немножко по-другому, чем тот. Также вот такая пробочка оригинальная лежит около меня. С ароматом кока-колы. Он дает чуть-чуть цвета. Вот так вот он выглядит.
и немножко дает цвет. Это тоже подарок. Ну, классная пробочка. Я знаю, что есть такая пробочка еще с фантой, но в продаже не встречала. А так не прошла бы. Вот при всех моих запасах не прошла бы мимо. Ну, как я и сказала, вот он, кексик с ванилькой. Где он тут открывается? Видно тоже. Потихонечку он у меня пошел. Тут количество совсем крошечное, и он реально заканчивается. Он у меня около кроватки стоит. Дальше масло для губ пока не использую. Это у меня все-таки больше зимний вариант, и я его использую на ночь. Вот так он выглядит. Очень вкусно пахнет. У меня до этого было масло для губ, только с ароматом карамели, этот с макадамией. И я им пользовалась целый год. Дальше. Сейчас покажу два бальзама от Faberlic. Ванильное лакомство и астронавтик. Это те, которые у меня открытые. Ванильное лакомство совсем легенькие. Мне кажется, тут осталось не так уж и много. И астронавтика тоже немного осталось. Использую, когда уже так губы начинают подсыхать и когда им нужно более конкретное лечение, питание, тогда эти, потому что они не легкие, они такие вазелиновые. Есть у меня бальзам от Mary Kay, он идет со скрабом вместе, то есть у меня есть вот точно такая же баночка, тюбик скраба для губ. Когда я принимаю душ, скрабирую губы, и после него уже наношу вот этот бальзам, именно вот после такого же скраба. Они идут в паре и работают вместе очень хорошо. Дальше. Есть мужской один бальзам для губ от Faberlic, Celsius. Он практически не тронутый. Зимой я, конечно, побуждаю своих мужчин использовать, но вот когда проблемы с губами, тогда используют. А так не заставишь, можно так сказать. Дальше есть вот такой бальзам от Faberlic «Похудейка» 45-77. То есть вы мажете губы и активно будете худеть. У меня такой был этот бальзам у моей мамы. Я у нее забрала, потому что она его купила, но не пользуется. У меня такой был, я его весь истратила, но что-то не похудела. Как был аппетит, так он и остается. Мое солнышко. Этот бальзам я только открыла, он у меня так в активном использовании пошел. Приятный-приятный аромат детства, вкус такой ванили. Он хлипенький, слабенький, но работает хорошо и заканчивается быстро, потому что стик тут очень маленький. Я не знаю, тут есть ли в стике 2 грамма. Ну, прям совсем крошечный. Покажу два средства, которые я использую не по назначению. Первый от Эвелин бальзам СОС. Он идет с органовым маслом. Это конкретный такой вазелин. Почему? Я его использовала по назначению 2 зимы. Сейчас я его выдавлю. Видите, он прям вот такой конкретный, лечебный. Но сейчас уже за время срок годности истек, был аромат действительно клубнички, и сейчас аромат сохранился. Но я его стала использовать из-за того, что срок годности истек, а он мне больше не понадобился, на сухие участки, то есть пяточки вот мазать. Вот так вот смотрится. И почему не стала добивать, потому что все-таки он для лечения губ, и вот просто так, такой жесткий, ну, чистый вазелин не хочется наносить на губы. Его чувствуешь, его хочется стереть только в лечебных целях. А вот 12 мл для лечения губ, ну, не так уж часто они обветриваются, чтобы им надо было пользоваться часто. Поэтому это нормально, когда вот такие вещи, они не успеваешь их дотратить. И второе, это масло от Evit. Масло для губ, но масло я тоже не люблю на губы наносить, и поэтому я его использую с огромным удовольствием. Видите, тут шарик для кутикулы. Вот я им катаю вокруг кутикулы, и прекрасно работает это масло. То есть вот эти два средства. Вот этот можно сос-то и выкинуть, тут его немножко осталось. Но я решила, что вазелинчик-то хороший, и для пяточек почему бы не побаловать. И вот Айвит тоже он у меня закончится. Не по назначению, но
будет работать на радость и на благо в любом случае органам тела. И еще 4 бальзама, которые у меня больше идут как помады, они с цветом. Давайте я вам покажу. Вот этот вообще можно к помадам было отнести, но все-таки это бальзам. Его только-только мне подарила Оксаночка. Это от Mary Kay. Вот такой вот он симпатичный. Тут уже я сделаю сводчи. Он и увлажняет приятно губки, и питает их немножко. И красоту создает. Вообще отличный бальзам. Они у меня прямо стоят вместе с помадами. И когда я не делаю дома макияж, то я всегда наношу какой-то из цветных бальзамов, чтобы хотя бы немножечко выглядеть поинтересней. От Деликея фруктовое сияние с ароматом граната. Очень мне нравится этот бальзам. Он вообще просто большой очень. Вот я его только начала не так давно. И как на губах он смотрится. Красивый такой оттенок дает. И работает хорошо на губах. Вообще отличный, прямо нравится. И аромат вообще бесподобный. От Yves Rocher с ароматом клубнички открытый. Вот он такой более красный. А на губах тоже розовый. Смотрится даже немножко в рыжинку. Такой в коралл уходит. Видите, прям слабый-слабый оттенок оранжевый, хотя яркий. Тоже очень большой стик. Ну, таких бальзамов хватит, конечно, на очень долго. И последний от Nivea. Я вам говорила, почему я Baby Lips не открываю, потому что есть подобные. Это сияние, как-то жемчужное сияние он называется. Очень приятный. Легкий-легкий такой персиковый цвет дает. Немножко выбеливает губы. Ой, не персиковый, а розовый. Легкий-легкий розовый цвет. И немножечко-немножечко совсем выбеливает губы. Такой смотрится, как блеск для губ. Действительно. Свечение такое дает приятное. Вот такие 4 оттеночка. И они мне очень нравятся. Вот такая у меня получается коллекция. Что-то в использовании, что-то в запасах пока хранится. Оно меня все это радует. Большая, конечно, большая, но не страшно. Пользуюсь с огромным удовольствием, потому что бальзамы я обожаю. У меня крем для тела. Кремы для рук и бальзамы – это моя слабость. Поэтому много открытого. Сейчас еще добавлю. Вот эти 2, по крайней мере, точно сейчас добавлю на полочку. Потихоньку буду использовать все. Огромное спасибо за внимание. Надеюсь, со мной было интересно. И всем пока!